могла устоять, я не могла устоять и не снять эту проповедь. Я нахожусь в Стокгольме в гостинице. Проповедь женщины, у них как бы они лютеране, на фоне нашей иконы «Спас в силах». Своих икон у них нет. Женщины, кстати, челка, наверняка она крашеная. Вот кресты на груди. И свечка была тоже.